отрасти ухо отгрызу, если ты откликаться не будешь. Анастасия Трошкина, не бойся, я немножечко. Тили-тили-бум, закрой глаза, ты дымчик, кто-то ходит за... Всем привет, ребята, это канал Акстар, и сегодня чат-рулетка с таким человеком, как Тима Мацони, он же... Демон чат-рулетки. Спокойно. Тише. Не надо, тише. Пирожочек, я сейчас тебя укушу. В этом видео соединилось все самое крутое. Это гитара, демон. Также мы будем вычислять данные людей, которых мы видим в чат-рулетке. Лицо очень знакомое. Тебя не Наташа зовут случайно? Со мной вышел ролик на канале Тима Мацони. Зайдите, посмотрите. А также мы решили разыграть 10 тысяч рублей среди тех, кто оставит комментарий. Комментарий под роликом Паши и под моим роликом. Обязательно переходите по ссылочке в описании после смотрите просмотра этого ролика. Смотрите оба ролика, ставьте лайки. Устраивайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь вкусненькое, потому что вас ждет умопомрачительный крутой контент. Приятного просмотра, приятного аппетита. Let's go! Акстар. Тима пролетал. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, ты во меня. Спасибо. Скажи что-нибудь. Супер. Как это было эротично. Можем продолжить разговор, пожалуйста, с вами? Покажи мне что-нибудь красивое. Твоя улыбка. You are so beautiful. This is true. Do you know what I mean? Вы меня слышите, что я говорю вам? Карина, я сейчас тебе ухо отгрызу, если ты откликаться не будешь. Прикрой. Прикрой свое добро. Ибо не нужно мне лицезреть на это, пока я сам сейчас не появился под твоей кроватью, Карина. Акстар. Привет, девчонки. Это этот. Блин. Я забыла, я его в YouTube видел. Влад и 4! Габиков! Глен! Глен! Два бумага. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Молодцы. Слушай, вот та, которая держит сейчас телефон, мне очень сильно знакомо твое лицо. Мы так ученика вот с тобой уже где-то виделись. Просто тебя не Саша зовут случайно, нет? Нет. Не, я не тебе, а та, которая вот сейчас вот рядом, вот телефончик вот так вот держит. Да не ты, нет, вот та, которая полосатая. Да, Саша. Как это мило, Саша. Просто в одной очереди с тобой к проктологу стояли. На Мэ у тебя фамилия еще, по-моему. Ма... Точно. Я тебя вспомнил, привет. Привет. Ну ты решил вообще проблемы со здоровьем-то? Саша, подожди. Я не могу. Да ладно, с кем не бывает, все мы лечимся, у каждого бывает болячки, не стесняйся. Не надо бояться. Ой, спойте еще что-нибудь. Сашенька, я прошу тебя, не нужно бояться.
Акстар. Ну, короче, смотри, вот эта вот гитара, значит, полный эксклюзивчик, так сказать. И покрытие просто балдежное, вот это дерево дуба выполнено просто суперски. Понятно. А вот про это что можете сказать? Слушай, блин, это коричневая наянок, это простец, я даже не советовал бы ее тебе, понимаешь? Тут максимум стрёмный клён. А, да? А на Яндекс Маркете написано, что они из одного материала. И судя по подробному сравнению, выгоднее коричневого брать и не переплачивать. Ну, значит, гитарка звучит хорошо, а еще лучше звучит слово «скидки». Есть у вас скидки, да, сегодня какие-нибудь? Ты приколись, блин, даже не знаю, вроде скидок никаких не было. А на Яндекс Маркете сейчас аномальная распродажа до 31 октября. Да ладно, ты гонишь, блин, какую-то дичь втирает меня. Да, скидки до 80%. Теперь на Яндекс.Маркете можно не только сравнивать товары, но и сразу покупать. Доставочку прям до дома сможем оформить? Ой, блин, знаешь, ну сейчас все курьеры заняты, конечно, но можно запульнуть его, так сказать, на такси. Ну за твой счет, конечно, но, блин, придется доплатить, там косарик 2, 3, 6. Эх, а на Яндекс.Маркете 3 бесплатные доставки в месяц. Ну ладно, давайте свое такси. Да что ты меня опять тут заливаешь? Где мне найти этот Яндекс.Маркет, скажи. По ссылочке в описании. Ты с кем там разговариваешь, блин? Че, кукухой поехал? А, это камера, блин. Мы пишем историю, блин. Здравствуйте. Привет. Можем мы вам сыграть что-нибудь? Конечно. Sweet dreams are made of these. Who is the man to disagree? Можно вопрос? Молодцы. Вас случайно... Я лицо очень знакомое. Тебя не Наташа зовут случайно? Блин, я думаю, походу мы с тобой уже где-то виделись. В кальянке, наверное, да? Возможно, и в кальянке. Натусик, здравствуй. Наталья, с***, правильно? В смысле, что за прикол, не страшно? Вася. Что это? Жопу покажи мне тут что. Что происходит? Привет. Привет. Как настроение, как дела? Нормально. Так, сейчас, секундочку, хочешь, мы тебе споем какую-нибудь песенку? Спойте. Хорошо. Так, ты готов? Ай! Ай! Ты в радужной футболочке, поешь агушу с ложечки. Девочка-припевочка, балалеточка, Анастасия, ты... Не бойся, я немножечко питбокса навалю и пригоню Саратов, я к тебе! А откуда вы знаете мое имя? Ну, слушай, мы многое на самом деле знаем. В смысле, откуда? Паша, как следователь, мы все про тебя знаем. Абсолютно все. Ладно, ты сильно не пугайся, тебе понравилось? Да. Но ты не бойся, мы тебя это... В обиду не дадим. Блин, это так классно! А вы блогеры? Ну как тебе сказать? Нет. Ну, в принципе, нет. Ну, у меня есть канал на Ютубе, только я Ютуб особо не развиваю. Почему ты не развиваешь свой Ютуб-канал? Надо бы все-таки, да. В общем, Валь, как тебе? Валя? А откуда вы знаете, как меня зовут?
Угадал, что ли? Да. Поверь мне, Валя, а волос на земле... Там, откуда мы сейчас вещаем, там много данных на тебя. Готов? Что ты так удивленно смотришь? Давай. Что это такое? Подожди, а можешь лицо полностью покажи? Паш, показывай лицо. Да не ты, не ты, не ты, а вот. Если тебе будет пусто. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, бывай меня. Самое главное, чтобы на том свете у тебя не летел Вика. Можно угадать? Тебя зовут Лиза. Не угадал. Что это? Здравствуй, Василий. Здравствуй, Крэп. А вы не Василий? Василий. А какое у вас отчество? Говори. Владимирович. Василий Владимирович. Василий Владимирович. Да. Очень приятно. Как ты, блядь, угадал? Я смотрю, это Василий, блядь. Как ты угадал? Как ты угадал его имя? Я вахую чуть, блядь, он такой, да. На самом деле, русский только я, мой друг, он только на английском разговаривает. Ты знаешь английский, можешь с ним пообщаться? Я не знаю английский. Вика. Вика. Викуля, посмотри в камеру. Откуда вы знаете моё имя? Оттуда, Вика. Подойди сюда поближе. Прямо сейчас. Мы сыграем еще и песню, посвященную тебе. Как поехали! Ля-л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 я. О, Вика, Вика, не исчезай, Вика, не переключай. Побудь со мной еще совсем немного, Вика. Как жаль, что расставание час уже так близок, Вика. Вика. Спасибо большое. Да ты не бойся. Бояться не нужно. А знаешь, что бояться не нужно? Нет, это просто шок. Потому что мы детей не обижаем. Ребята, если вам понравилось это видео, просто влепите лайк, подпишитесь на канал. Если мы наберем, сколько, давай 100 тысяч лайков, давай, и да. Я приеду к тебе снова, и мы снимем продолжение. Чат. Делайте 100 тысяч лайков, и мы обязательно заснимем вторую часть, как мы угораем в чат-рулетке. Делаем крутой контент для вас. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, если не подписан. На этом все, пока.